Слуга гнева. Что это такое? Опять битва? Это как в этой, как с красной шапочкой, что ли, сейчас будет? Ак. Наносит персонажу 10 урона. В следующей сцене дает 2 силы. Today's play. Только слуга гнева может победить отшельника лазурного леса. Когда отшельник лазурного леса побежден, битва с аномалией завершится. Ага. Посохи отшельника в приоритете. Если на поле боя нет посохов отшельника, атакует отшельника лазурного леса. Пока на поле боя есть хотя бы один посох отшельника, после получения 30 урона в следующей сцене аномалия использует страницу массовой атаки «Воплощение зла». После этого счетчик получаемого урона сбрасывается. Полученного. Когда аномалия начинает атаковать отшельника лазурного леса, она использует страницу массовой атаки ту же самую. То есть нам надо убить посохи. Боже мой. Это что, безголовые люди? А Боба. Здорово, мужик. Ты кто? Exploited. От атак библиотекарей ОЗ персонажи не могут опуститься ниже 30. Если уже ОЗ персонажа составляют 30% или ниже, в следующей сцене восстанавливает 50% от максимального ОЗ. Он получает плюс 5 мощи в столкновении со слугой гнева. Также он получает, не получает урона от горения, кровотечения или эрозии. Эрозия. Эрозию, вот я не знаю, что такое эрозия. Когда два что-то там встречаются. Когда все посохи отшельника побеждены, персонаж изменит свою модель поведения. Атакует слугу гнева в первой сцене после изменения поведения. После повторной атаки слуги гнева во второй сцене использует страницу массовой атаки. Вот ты тварь, конечно. И что с ним делать? Допустим, у нас есть... Да блин, опять какая-то... Не понял. А, ну да, понял. Да как так? Обнаглел, что ли? Получше по жопе. О, эрозия, что это? Это эрозия, реально. Четыре силы. Массовка. Подожди. Ладно. Не жалко Биози. Биози? Биози. Биози, Биози. Биози, Биози. Сюда! Мужик, ты чего? С ума сошел. Так, ну в принципе у него массовая атака, но она не такая уж и мощная. В принципе можно было бы попытаться ее задоджить. А мы этим и займемся сейчас. Так, разносим посохи. Подожди, у тебя же еще две атаки есть.
Так, ну это додж, а вот это вот надо задоджить еще раз. Так, шестерочка у меня есть. Ну, вот так вот и сделаем. Погнали. Ха-ха, блин, падла. Сдамажил кого-то. Десять. Десять. У-у-у, сюда, разнос просто. 12, 9, 10. Один посох побежден. Второй посох побежден. Благословение, любовь, справедливость. Ах ты, мужик. Эмбодимент. Воплощение зла. Очень сильно бьет. У нее две силы. Мы можем пострадать от этого. Очень знатно. Скажем так. Так, ну вот это мы задоджим, пожалуй. Мы тоже задоджим. Так, давайте еще немного атакуем вот эту, вот этот посох, потому что мы может не добиться, не, можем не добить его. И потом волшебника. Биози из Вандерлаба как раз стал этим дедом с палкой. Понятно. Нет. Хорошо. Плохо. Подожди, на мне тоже эрозия. Господи, боже мой, как больно. Кто у нас Калюн? Почему она стала злодеем? Ладно. Так уж и быть. Что делаешь? Ты опять что ли? Падла. Вот падла. Падла, она меня бесит. Так, а мне надо, чтобы мужик попал в нее хотя бы разочек. Потому что... Блин, я не понимаю, что происходит. Какого фига? Вообще не понимаю ничего. Ого, ничего себе, мужик, а ты мощный, однако. О боже мой. Нифига. Превратилась в волшебника. Суммирующая? Суммирующая.
А что мне делать? Как мне вот это дерьмо дочить? Четырнадцать, шестнадцать, двадцать один. Хорош, задоджил, молодец. Не задоджил. Так, дорога к счастью, несдержанность, жадность. Все три от короля жадности. Но она будет мочить этих посохов сраных. И он каждый раз массовкой бьет. Ой, а можно Но она на всех работает. Не очень хорошо. Так и с нее тоже массовка летит? А, нет, с нее обычная атака. А, нет, с нее массовка, но... А, не массовка. Блин, какого фига? Так, сколько там? Три? Пять? Три. Клинап. Нет! Нет! Боже мой. Меня больше всего не радует то, что... О, ну за что, блин, он же сейчас... Он 50% остановил. Короче, нельзя так делать. Делаем все правильно. Бред, какой же... Ладно. Подожди. Так. Ах ты, падла. Вот, теперь, пожалуйста, долбани этого дурачка, и все будет хорошо. Мы выиграем. А не, все плохо. Ладно, просто надо перебрать на себя его атаки, и все будет хорошо.
Погнали. Девять. Три. Семь. Мало, 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 мало урона, мало. Не хватает. Не хватает урона, она... Мы проиграли. Он еще и подхилился. Блюдон, блин. Конченый. Да пошел ты взад.